Алло, привет, мам. Алло, мама, это я. Алло, мам, привет. Привет. Я жив, все хорошо. Все хорошо, жив-здоров, не переживайте, кормят, поят. С нами обходятся нормально, то есть живый-здоровый. Ты, главное, не переживай, я сейчас нахожусь в ЛНР, со мной все хорошо. Нет, это на самом деле так и есть, мам, честно говорю. Я тоже думал, что будет все печально. Да не плачь ты, успокойся. Нервы, успокойся. Все хорошо, нас выпустят. Не волнуйся, я скоро буду дома. Скоро война закончится, буду дома. Короче, напишешь Ане тогда, что люблю ее и тебя тоже. Целую.